что пасхальная ночная служба, мы идем. Вот. Всем доброй ночи. С праздником, Светлым Христом Воскресенье. По-моему, дождик идет, да? Объявляли дождь. Себя сниму. Вот ночь. Мы идем. У нас тепло. Я в кофточке. Все. Чуть-чуть заснимем пасхальную службу. А проповедь? Сейчас читали проповедь сейчас. Павлуш, можем войти сбоку? Можем там. Где же? Много в храме, очень много людей сейчас во всех церквях. Невероятное количество в Украине. Ну, идем сюда, можем. Можем и там. Как? Сейчас мы зайдем с бокового входа, потому что с центрального просто вплотную стоят люди. Ну посмотри, мокренький весь. Да. Все, конец. Домой. Все, идем. Сейчас мы поснимаем. Павлуш, давай мне корзинку или давай мне стул. Нет, и то нельзя. Ну хорошо. Видно, сейчас чуть-чуть поснимаю. Сейчас, так, сейчас 3:40. Идем пешком? Да. Ура! Людей очень много. Рами, еще вот видите на улице. И так вот будет до утра. Мы посмотрим, я хочу заснять. Сейчас будет. Сюда. Фото. А нет. Вот так вот сейчас. Не знаю, ли видно меня, сейчас вот так вот встану. Вот. Всех с праздником Светлой Христовой Пасхи. Христос воскресе. Отвечайте воистину воскресе. Вот всех благ, мира, добра, любви вашим семьям, здоровья желаем. Вот нас чуть-чуть меня видно, прошу прощения, потому что поздно, уже темно. Очень. Вот. Как Пасху. Пасху мы всегда ходим светить. Вечером, вернее ночью, всегда. Ну, буквально пару исключений за всю мою жизнь было, что мы там не пошли по каким-то там причинам, болезни там или еще что-то. Вот, а так всегда святим, поэтому привыкли, это очень торжественно, красиво. Вот. Такая, как бы чувствуешь именно ощущение праздника в полной мере. Так что, если еще никогда не были на ночью, на освящении, на ночной. Очень-очень советую. Всем хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Вот, ставьте лайки. Спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме. Ссылка под описанием. Вот, пишите мне сообщения, комментарии, вопросы на вкладке на канале сообщества, так как комментарии отключены по решению YouTube. Всем пока.